Местным водителям автобусов все-таки придется соблюдать правила перевозок. 21 ноября стартовали проверки пассажирского транспорта. На Локомотивной рядом с железнодорожным вокзалом приступили к работе несколько инспекторов ГИБДД. Сегодня, согласно распоряжению МВД России по Ульяновской области и плана, утвержденным распоряжением губернатора Ульяновской области, проводится контрольно-профилактическое мероприятие, направленное на пресечение административных правонарушений на пассажирском транспорте. И началась оживленная охота на нарушителей. 5 протоколов были составлены только за первые 20 минут работы. Проверка прав, техпаспорта и путевого листа, а также наличие тахографа на междугородном транспорте обязательны. На момент присутствия нашей съемочной группы проблем с документами не было. Настоящий флешмоб протоколов начался из-за переполненных пассажирами автобусов. Ведь не каждый водитель откажется перевозить людей стоя. Чаще всего жажда выгоды заставляет набирать людей под завязку, тем самым подвергая их опасности. Вот у вас сколько пассажиров сейчас в салоне находится? Не знаю. Что? Не знаю. Хорошо, а стоячих пассажиров перевозить можно в салоне? Нет. Шоферы озадачены, пассажиры возмущены. Особенно эмоциональные ульяновцы бронились и показывали неприличные жесты стражам правопорядка. Несмотря на всплески агрессии некоторых граждан, госавтоинспекции продолжат рейды по городу и области. По заверениям сотрудников, проверки теперь будут проходить на регулярной основе. Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.